Привет, друзья. Забыла вам похвастать. Смотрела я обзор на канале, по-моему, Home Universe, обзор подушки с гречихой. Ну, там была подушка, по-моему, из Faberlic, и что-то я посмотрела на их цены на сайте и ужаснулась. Ну, для меня это дорого. И, в общем, решила я посмотреть подушки в наших городских магазинах обычных. Вот, и ездили мы с мамой в Ашан, и там я увидела вот такую подушку из гречихи, и тут очень все супер написано, в общем-то, все как у всех, наверное, чудо-подушка и все такое, и она действительно чудо, я вам скажу, что вот то, что здесь пишут, ортопедическая, да, проблемы с... Со сном не можете уснуть, мучает бессонница, головные боли, боль в спине. Вот. И также тут способствует раскрытию дыхательных путей, предупреждает храп, замедляет воспалительные процессы, бронхит, геморрит, воспаление среднего уха. Не знаю насчет среднего уха, но у меня спина перестала болеть. И сон улучшился. То есть... Я уже на ней сплю 2 недели, и я вам могу сказать, что я на обычной подушке теперь даже не знаю, как буду спать, и, возможно, мне на дачу придется покупать еще одну такую же, потому что я с утра встаю, у меня не болит спина, что я думала, что все дело в кровати, оказалось, что нет, видимо, все-таки виновата подушка. Вот, и... Кстати, по поводу сна, в общем, подушка замечательная, и ничего не могу больше сказать. Подушка просто супер, и я очень удивилась, что на гречихе можно так замечательно спать. Еще и запах приятный. Вот, и по поводу сна хотела вам сказать еще отчет по поводу вот этих таблеточек. Таблетки просто супер. Сколько я уже принимаю, я уже не помню, около 3 недель, что ли. В общем, с первого же приема, то есть первую таблетку я выпила, и я почувствовала сразу эффект. То есть, те, кто не знает, как бы поясню. С Нового года, даже еще раньше, то есть где-то с лета, у меня начались проблемы со сном, а в Новый год это все еще больше ухудшилось в связи с праздником, с тем, что всю ночь гуляли и прочее. И, в общем, я начала... ложиться спать там в 4-5 утра и вставать в 12 в час дня. И меня это жутко раздражало и бесило, и я решила, ну, надо что-то менять, потому что самостоятельным путем я не могу это исправить. Вот, и одну пачку я уже допила, вот эта вторая. Не совсем допила, вот 1 неделя осталось вот это вот, 7 штук. И начну вторую. Значит, в первой же таблетке я почувствовала разницу, то есть выпивается она за час до сна, до того момента, как вы ложитесь, но я решила так, что я где-то там в 11-12 уже принимаю горизонтальное положение, стараюсь в 11, и в 12 выпиваю таблетку. Вот, то есть целый час я там, допустим, смотрю видюшки, играю, читаю книгу, потом в 12 выпиваю таблетку, и в течение часа я отрубаюсь, даже не замечаю как. И встаю стабильно в 10 часов. Могу даже раньше встать, и никаких проблем нету, никакого недосыпания, никакого зева в течение дня. То есть я вообще поражена. Божественные таблетки и очень бюджетные. Я вам уже говорила, что напишу, сколько они стоили. Вот, и потому что чек куда-то делся, я не помню. Но стоили мне гораздо дешевле, чем есть такие же аналоги. То есть это, сейчас я вам даже не помню, говорила или не говорила. Производство Нижний Новгород. А такие же я смотрела, по-моему, то ли германские, то ли итальянские, не знаю, то ли какие-то индийские. Они стоят с 600 с лишним. И, честно говоря, я не знаю, не пробовала, конечно, те, которые за 600, но мне кажется, разницы особо нету. Я вот смогла себе позволить только эти, они подешевле, но просто божественные. Это чистый мелатонин, плюс там небольшие добавки,
которые способствуют расслабиться немножко, немножко как бы войти в такое вот предсонное состояние. Вот. Но по инструкции никаких там противопоказаний, ничего такого нету. Вот. И раз уж зашла речь об отчетах насчет модельформа, пока ничего не могу сказать, потому что курс я еще не допила, то есть где-то еще целая, то есть я их одновременно принимаю, еще целая пачка, и вот на этой неделе 7 таблеток, 7 капсул. Пока эффекта я особого не вижу. Единственное, извините за подробность, эффект это сформировался правильный стул каждый день. Каждодневный правильный стул. Вот. Но это единственное такое, как бы, такое изменение, которое я заметила. В остальном пока что ничего такого. Ну и в принципе первый эффект при первой неделе приема это уменьшился аппетит, но у меня его и так не было. То есть я и так ела мало, а теперь практически вообще не ем. Вот. Но сейчас появились немножко мысли о том, что, например, хлеб я не хочу. Я лучше съем там гренку или тост. Я не хочу, например, картошку. То есть ни пюре, ни там жареную. Я лучше риску поем со шпинатом, например. Ну, то есть такие какие-то более мысли. То есть что-то, что я раньше обожала, я сейчас не хочу. Не знаю, связано это с модельформом или нет, но вот как бы такие эффекты. Так что мелатонином и подушкой я безумно довольна, и если вы имеете проблемы со сном, подушку я вам советую. Ну и если вы совсем конкретно имеете проблемы со сном, вот эти таблеточки – это просто чудо. В общем, все. Вот такой мой маленький отчет на 7 минут. Пока-пока, увидимся в следующих видео. Подписывайтесь, не забывайте ставить пальчик вверх. И обязательно комментарии оставляйте, полезные и интересные. Пока-пока.